США угрожают санкциями Международному уголовному суду в Гааге. Как сообщает агентство Рейтер, с подобным заявлением сегодня выступит советник Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон. Вашингтон намерен разорвать все связи с судом в Гааге, потому что служители Фемида собираются расследовать преступления американских военных в Афганистане. В администрации Трампа считают, что суд не имеет права преследовать американских граждан, поскольку США не ратифицировали договор, на основе которого был создан этот уголовный суд.